Здравствуйте. Нас спрашивают о том, что делать в ситуации. А ситуация следующая. Жена перестала закрашивать седину. Говоря о том, что это, в общем-то, модный тренд, и сейчас ходить такой, в общем-то, модно, красиво и интересно. А нашему слушателю, мужчине, это не нравится. И он хочет, чтобы было как прежде, когда она красилась, и была яркой. Уж не знаю, там, блондинкой, брюнеткой, но вот тем цветом, который он более предпочитал. И у него возник вопрос, что же делать-то в этом случае? Давить на жену, чтобы она красилась так, как нужно? Или все-таки согласиться и смириться с тем, что она стала, ну, вот такой немножко сединой? Вопрос неоднозначный, потому что есть разные на него и ответы, и разные варианты. Ведь, с одной стороны, есть прекрасное определение любви. Что такое любовь? Это состояние, когда счастье другого необходимо для твоего собственного. Если другой человек счастлив от того, что он поменял некий свой образ и стал другим, если ему от этого хорошо, то вроде как бы ты тоже должен обрадоваться. Ну, чего бы нет. Самое главное, что внутренности у этого человека остались, душа осталась прежней. А внешние вещи, они постоянно меняются, модернизируются, тем более мода находит то туда, то сюда, возвращаясь от одних тенденций к другим. И поэтому вроде бы как бы логично с точки зрения некой здоровости этот маленький момент пропустить и проскочить. Но бывает так, что ведь человеку ведь ну прямо принципиально, вот ему очень хочется, чтобы она была какого-то другого определенного цвета, к которому он привык и с которым, предположим, когда-то поженился. В этом случае вопрос к жене. Действительно, а может быть, мужа проще сделать счастливым и отойти от каких-то этих модных тенденций? Ведь, ну, все-таки они с ним пара и, видимо, прожили уже немалое количество лет. И, может, стоит сделать так, чтобы он был хорошо, чтобы самой, как следствие, радоваться и получать удовольствие от этих вещей. И поэтому, конечно, самое главное, что здесь нужно сделать, это сесть им спокойно за стол переговоров, в кафе, на улице, на прогулке. И чтобы они могли спокойно, прямо об этом поговорить, чтобы он мог сказать о том, что ну вот ему не нравится, и хотел бы он по-другому, чтобы она могла сказать, что насколько действительно для нее это принципиально. Ну и здесь найти некий компромисс, чтобы действительно, насколько оно возможно, и ему было более-менее комфортно, и она осталась счастлива. Может быть, и он, чуть привыкнув, отступит от этого и будет представлять ее такой. А может, она, попробовав и увидев, что лицом уже не светится радость, скажет, да ладно, бог с этими седыми волосами, что там быть модной. Самое главное быть любимой.